Город Караганда, я нахожусь в Михайловке, и вот тут дом Крылова 1/1, я 1/2. Я попытаюсь пройти туда, если можно было, будет там. Так, наверное, можно. Дорога лежит, а справа Крылова 3/2. Тоже какая-то территория. За забором. Склады. А слева гараж. Михалка. Сокращенно Мишлен. Я иду при Мишлен. Вот тут я никогда не ходил. Ну, не мишленский я, да? Я макенский. Конкретно здесь никогда не ходил. Это новое для меня место совершенно. Гаражи. Офис вот этой организации. Трубы коптят дымом на небо. Хочется, значит, свернуть за поворот и сразу попадаешь в какое-то особое место. Здесь деревья посрезали. А, чтобы, наверное, это провода не порвали. Да. Ну да, из-за электричества страдают деревья. Плата за свет в домах. Деревья платят своими ветвями. Вот. Пришел куда-то. Это здание, похожее на школу. Да, скорее всего. Школа. И на этом я видеоролик завершу, обзор дам назад, вот справа вот гаражи, слева вот эта организация Крылова 3/2.